Эту дорогу сделали по новому ГОСТу. В Петровском районе готовят к сдаче после ремонта сразу два участка дорог. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке трассы Нижний Новгород-Саратов уложили новый асфальт. Сейчас мы вот находимся в Петровском районе. Да, автомобильная дорога Петровск-Лопатина связывает не только два района, но и две области. Саратовскую и Пензенскую, очень важное значение. Вот из двух объектов, которые мы сегодня смотрим, первый участок протяженностью 3,5 километра, работы полностью завершены с асфальтобетонным покрытием. На втором участке, который протяженностью 2 километра, выполнены полностью работы по устройству выравнивающего слоя. И сейчас выполняются работы по устройству верхнего слоя покрытия. Буквально в течение 3-4 дней этот объект также будет закончен, и проезд по нему уже будет открыт. За качеством работ следят не только специалисты, но и общественники. Они периодически выезжают туда, где проводят серьезные ремонтные работы, и следят, чтобы дорожники все делали качественно. Работа проделана большая, очень в короткие сроки. Проделана и на первый, и на второй, и на третий взгляд очень качественно. Хорошо работает подрядчик, рассказал о всех технологиях, которые здесь применяются. Проблематика, связанная как раз с обсыпкой проездной этой части, это самая главная проблема, которая здесь сейчас будет оставаться до конца августа, то есть к моменту введения этой дороги. Движение по отремонтированной дороге официально еще не открыли, но автолюбителям уже дали зеленый свет. Водитель КамАЗа Зуфяр Паршин по этой трассе ездит регулярно. Раньше из Петровска до Лопатина приходилось добираться за 2 с лишним часа. Сейчас, говорит, добирается за час. Прямо колоссально сделали дорогу. Отлично. Мы вообще благодарны дорожникам, что сделали. Нам стало удобнее ездить. Здесь вообще дороги, можно сказать, не было. Но сейчас отлично прямо. Дорогу на этих участках начали делать еще в марте этого года. Строителям дали срок уложиться до конца лета. Правда, подрядчик работает с опережением графика и обещает дорогу сдать раньше срока. Главное, чтобы это не повлияло на качество, отметили проверяющие. Иначе дорожникам придется переделывать участок. Анна Бирюкова, Олег Бирюков, Саратов, 24.